И вот на обед вот такая вот картошечка. Полил льняным маслом, посыпал специями. Просто обалденно. Салатная смесь, тут семечки кунжута, подсолнуха. Что еще? Льна. В общем, вкуснятина. Это просто улет, ребята. Когда ты голодный с работы, просто офигенно, супер. Так, отключили ТикТок, но я на YouTube продолжаю вещать. Такая вот тема. Видите, семечко. Тыквенная. Обалдеть просто. Картофан наваристый. Жирности ему придает льняное масло. Льняное масло вообще можно заправлять хоть куда, хоть что. Ну а картошка — это блюдо очень такое уже традиционная, вкусная, сытная, что немаловажно. Можно и потушить, и сварить, и пожарить. Я лично в готовке не силен, поэтому я варю обычно. Жареное у меня не получается, обгорает вся. Тушеную я тоже ни разу не пробовал. Вот варю постоянно, заправляю маслом, специями, ну и ем. Вкусно, сытно, но не полезно, конечно. Говорят, что картошка вредная, так как содержит крахмал. А крахмал является, в общем, в организме он превращается в глюкозу. И тем самым повышает уровень глюкозы в крови. Ну, там по-научному, короче. Конечно, я по-простому объяснил. В общем, тот крахмал — это тот же сахар. Все вот так. Ну, откинем все это полезное питание. У нас же здесь за вкус, правильно? За вкус. Ну и, может быть, чуть-чуть про пользу, если она есть. Ну, с полезного здесь льняное масло, специи, ну и семечки вот эти, тыквенные, подсолнуха, льняные, ну, салатная смесь. Обалденно просто. Надо пережевывать тщательнее, чтобы семечки не проглатывались, а пережевывались. Так намного вкуснее. Тогда смысл их кидать, если их проглатываешь, правильно? Надо пережевывать.
картошка получилась просто шедеврально. Плошем огонь. Что еще надо для счастья? Поесть да поспать, правильно? Остальное все так, мишура. Второстепенно. Есть я предпочитаю, в принципе, все ложкой. Как знаете, такую деревенщину. Ну, я, в принципе, есть деревенщина. Только городской, правда, деревенщина. Если так можно выразиться. Ну, то есть, все эти вилочки, ножички, все это не про меня. Про меня глубокая тарелка, ложка. И погнал. Вот это про меня. Просто обалденно. Камера снимает? Снимает. Нормально. То бывает такое. Включишь камеру. Начинает что-нибудь делать. Он бац. А оказывается, она перестала снимать. Что за ней нужен глаз да глаз. Что-то меня уже поднакидало так. Уже ощущаем чувство насыщения. Семечки попадаются. Неплохо, очень неплохо я наелся. Но это еще не все. Впереди десерт.
сделать это будет уже отдельное видео. Все. Одолел. Пора приступать к десерту.